Всем привет! Пойдем. Что у нас сегодня 1 сентября, день знаний. Мы идем в школу на линейку. На улице сегодня у нас очень жарко. В первом-втором классе, когда были, так в куртке ходили. А сегодня очень жарко, 31 градус. Вон сколько школьников возле школы. Идем на линейку. И опять начнется все сначала, в школе от звонка и до звонка. Снова от сентябрьского причала понесет нас школьная река. Сегодня мы со всей своей российской державой встречаем первый день нового учебного года. Для кого он отмечен особой радостью и особой грустью. Это наши дорогие первоклассники и выпускники. С большим удовольствием приветствуем наших первоклассников. Для них этот день запомнится как старт новую взрослую жизнь. А первый учитель станет для них другом, второй мамой и проводником по пути к знаниям. Первый А-класс, классный руководитель Савчук Кристина Сергеевна. Первый Б-класс, классный руководитель Стахеева Дарья Алексеевна. Первый Б-класс, классный руководитель Рахматуллина Регина Рафаиловна. Первый Б-класс, Рукская Оксана Ивановна. Мы рады приветствовать вас, многоопытные выпускники. И к радости, к сожалению, ваша школьная жизнь подходит к концу. Но не стоит сильно огорчаться. Ведь школа – это не только 11 лет учебной программы. Это дружба и радость самостоятельных побед. 9 А-класс – классный руководитель Филипповских Елена Константиновна. 9 Б-класс – классный руководитель Борисова Светлана Владимировна. Российской Федерации стоять смирно. Звуки гимна величаво, поет над вечной державой, свободно леет в небе синим трехцветный флаг моей России.
это особый мир. Школа – это неповторимое государство. Школа – это радость и печаль. Школа – это чудеса и традиции. По традиции слово поздравления с началом учебного года предоставляется директору образовательного центра Гавриловой Светлане Владимировне. Добрый день! Сегодня, может быть, не совсем комфортно, очень светит солнышко, но это последние дни уходящего лета, наступила осень, и всегда 1 сентября школы России открывают свои двери. Я поздравляю наших учащихся, которые хорошо отдохнули летом и сейчас пришли за новыми знаниями, умениями, творениями. Я очень рада встретить сегодня наших первоклассников. 76 человек впервые переступают порог школы. Я поздравляю наших родителей, которые рядом с нами, как тот треугольник, помогают нам обучать, воспитывать и развивать наших детей. Здание нашей школы, именно это, которое расположено на Салютной 16, 85-й раз открывает свои двери. Образовательному центру 5 лет. У нас сегодня красивая праздничная дата. Я поздравляю всех с праздником. Я желаю всем удачи. Творите, пробуйте, и у вас все получится. По земле прошел, клёны по плечам хлопал. Если ясный день, это хорошо, а когда наоборот плохо. Если ясный день. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Правильно. Что еще?